Воевали мы 4 брата на разных фронтах и в разных родах войск. Так случилось, что я остался один. И 5-й брат тоже уже ушел, который воевал с Японией. Когда началась война, Александр Михайлович Дорохов жил в далекой от городской цивилизации тихой маленькой деревне в Саратовской области. В 15 лет он впервые увидел паровоз, однако именно с железной дороги начался его путь солдата Красной Армии. 22 июня меня мама подняла, я уехал на мельницу, чтобы смолоть 2 мешка пшеницы. И когда первый мешок смолол, засыпал муку, засыпал второй молоть, в это время с деревни приехал на мельницу наш житель села и сообщил, что началась война. В 1941 году, в сентябре, пошли мы в школу. Через месяц занятий, в октябре месяце, нам объявили, что все мальчишки 9-10 классов будут направлены в ремесленное училище для того, чтобы получить специальность и заменить ушедших на войну. Так я оказался в ноябре месяце в Саратовском ремесленном железнодорожном училище номер 1, и учили меня на поездного кочегара. Водили мы состава поездов с воинскими эшелонами от Саратова до Сталинграда и Астрахани. В это время, май, июнь, июль месяц, я познал, что такое война на собственном опыте. И вот в конце июля 42 года немцы разбомбили в пух и прах станцию Ахтуба. Первый заход ударили бомбовый удар. Машинист с помощником легли на землю. А я, ну пацан, у меня школьный портфель был. В нем был котелок, кружка и ложка. Я, значит, сел к забору и вот так портфелем помощник с этим, осколки бьют, щепки летят от забора, ни один осколок не попал. Ну, утром прихожу, вагоны все сгорели. Дорогу-то я не знаю обратно, кроме железной дороги, там единственная колея, и вот по этой колее по шпалам 50 километров, зной, 40 градусов, плывет марево от высокой температуры. Губы потрескались, пить хочется невозможно. И вдруг, значит, замечаю, издалека на пути стоит паровоз. Эшелон разбит, вагоны все сброшены. Значит, ну, я знал, где у паровоза вода. Хотя знаю, что пить ее нельзя, она с акустической содой, но выхода другого не было. Подошел, напился воды, умылся и пошел. И 50 километров по шпалам пришел, и вечером нашел своих друзей. И вот так я и по шпалам и шел. Правда, шпалы, конечно, были деревянные, но выхода другого не было. От станции Ахтуба до станции Верхний Баскунчак. Вот это 48 километров. Ну, у меня отложилось что-то около 50 километров. Я знал, поскольку расстояние по железной дороге. Но... А где тогда находилась эта передовая линия? А передовая линия за Волгой. Мы как раз, это станция Ахтуба. Это переправа в Сталинград.
В июле 1942 года Александра Михайловича Дорохова призвали в армию досрочно. Службу в эвакуированном Симферопольском пулеметно-минометном училище не закончил. Из-за больших потерь на фронте учащихся направили на пополнение гвардейских частей, воевавших под Сталинградом. Участвовал в сражении на Курской дуге в составе 37-й гвардейской стрелковой Речицкой, дважды краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии. В ходе одного из сражений водружал знамя над городом Дмитровском Орловской области, за что впоследствии был признан почетным гражданином города. Освобождал Украину, Беларусь, Польшу. Когда войска находились в нескольких километрах от Германии, Александра Дорохова отправили учиться в Москву. У журналистов уже стало трафаретом. Он прошел от Москвы до Берлина. Или от Сталинграда до Будапешта, или до Вены, или до Кёнигсберга. Мой путь был скромнее. Пожалуй, мне нечем похвастаться по сравнению с тем, кто прошагал всю войну. Мой путь был от Ельца и до предместья Варшавы. Но этот путь я не прошел и не проехал. Даже ни одного, не то что километра, я метра не проехал. А этот путь от Ельца и до предместья Варшавы я прополз с короткими перебежками. Для того, чтобы преодолеть этот путь, мне потребовался один год и 9 месяцев, чтобы ползти через ожесточенные бои по территории России, Украины, Белоруссии и Польши. Когда развалился Советский Союз, паспорт вы так и не получали, гражданин Украины? Нет, я не получал паспорт. Я отказался, я поехал к себе в Россию с советским паспортом. И последний, в 2003 году, когда последний срок в России был менять советский паспорт на российский, вот в 2003 году я поменял на российский паспорт, советский паспорт на российский. В 1949 году Александра Михайловича направили переводчиком для работы на полученных по репарации кораблях. В течение 28 лет служил на разных должностях на Черноморском флоте, издал 4 книги и сборник стихотворений. Там, на фронте, передо мной чаще ставили вопрос: откуда? С востока, севера или юга? Чем кто? Казах, узбек или грузин? А, впрочем, говорили, видно, ты и славянин. И лишь у каждого крота была своя нора, а у советского народа на всех одна любимая страна. Теперь и мы живем по норам, как кроты. Без газа, света и достойной пищи человека и воды. Поодиночке мы слабы, но вместе мы большая сила. Тому нас прошлая война своим кровавым опытом учила. Она учила нас и отступать, и наступать. Она же научила нас в суровой схватке побеждать. Пока я жив и сердце будет биться, я буду звать вас всех в борьбу включиться за возрождение прежней для народов наших единой государственной границы. Иногда говорят, да, не страшно. Нет, на войне страшно. Но все дело в том, сумеешь ли ты обуздать страх, или он тебя возьмет, тогда, считай, пропало.